цветочный забег вновь объединил всех прекрасных любительниц бега. И не на один день. В преддверии старта участницы посетили мастер-классы и лектории от представителей бьюти-индустрии, а также благотворительную хендмейд-ярмарку, где смогли собственноручно украсить свои футболки. Вот такую насыщенную программу подготовили организаторы. Изначально мы планировали и так и сделали, что это событие не столько спортивное, сколько досугово-развлекательное. Цветочный забег – это не только один день, вот, который сегодня мы видим. Этому предшествовали два дня выставки, которая тоже была насыщена разными мероприятиями женской, скажем так, направленности. Там были и мастер-классы по стилю, по мейкапу, были мастер-классы по росписи футболок. Вот мы с дочерью пробежали в футболках, которые сделали своими собственными руками. Вот есть лицо, есть спина, там у нас написано «мама и дочь». То есть вот даже я сама лично на своем опыте почувствовала, как можно с ребенком хорошо провести время, с одной стороны вот в творчестве, с другой стороны со спортом, с физической культурой. Венцом мероприятия, несомненно, стал сам забег, который в этом году проходил на двух дистанциях – 5 и 10 километров. На старт первой вышли 300 участниц, а 90 самых отважных спортсменок отправились покорять десятку. Расширилась и география этого прекрасного праздника бега. К хомячкам присоединились гости из Новосибирской, Кемеровской, Свердловской областей и Ханты-Мансийска. Но даже несмотря на столь высокую конкуренцию, хозяйки трассы не уступили пальму первенства. Лучшей на дистанции 5 километров стала одна из сильнейших омских легкоатлеток – серебряный призер прошлого года Валентина Барменкова. Дистанция хорошая, мы ее бегаем каждую весну. Тут проводят призы Ковалевых. Поэтому трассу мы знали. Трасса удобная, очень как бы такая приемлемая. Нет резких подъемов, резких спусков. Буквально один, но он терпимый. Я в прошлом году участвовала, там, правда, была одна дистанция. И проиграла только Марине Ковалевой. Сейчас она бежит десятку, я думаю, она выиграет. Золото второго цветочного забега вновь взяла звезда омского марафонского бега Марина Ковалева. С хорошим настроением бежала. Погода замечательная. Зрители поддерживают, участники поддерживают. Все помогают бежать. Я всегда участвую во всех мероприятиях дирекции СИМ. Но это забег второй в этом году. Он не явился исключением. В прошлом году я участвовала в первом и выиграла. Почему бы не повторить свой успех во втором? Но свою победу отпраздновали не только лидеры забега. Аплодисменты, поддержка, восторженные улыбки на лицах родных и близких, ожидавших своих бегуней на финише, и цветы от организаторов достались абсолютно всем участницам. Вне зависимости от спортивных показателей, каждая девушка смогла почувствовать себя настоящей королевой праздника.